Сначала я написала человеческий обзор на много букв, а потом поняла, что обзоров на ютубе куча. Все уже говорили до меня. И слушать в очередной раз о процессорах, двойных фронтальных камерах – это дико скучно. Поэтому я решила быстро рассказать вам об особенностях смартфонов A8 и A8+, и почему на них стоит обратить внимание. Дисплей, безусловно, одна из главных особенностей смартфонов. Экрана очень много, а рамки маленькие. Смартфоны получили Infinity дисплей, конечно же, с супер AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Старшая модель с 6-дюймовым дисплеем, а у младшей 5,6 дюйма. Есть и олеофобное покрытие. На A8 и A8+ можно активировать две учетные записи в приложениях. Например, выбираем фейсбучный мессенджер, дублируем его и логинимся под разными учетными записями. Это дополнительное пространство, защищенное от посторонних глаз. Данные, которые здесь хранятся, невозможно передать, открыть или скопировать за пределы защищенной папки. Исключения составляют разрешенные методы, например, команда «Переместить из защищенной папки». Автоматическая блокировка папки произойдет в случае обнаружения рутинга или пользовательского ROM. После этого вы не сможете получить доступ к приложениям и данным в этой папке, поэтому рекомендуется резервное копирование. В обеих моделях есть разблокировка по лицу. Не знаю, в чем дело. То ли в том, что это сэмплы, то ли в том, что функция еще не слишком допилена, но срабатывает не всегда. Я через некоторое время отключила ее и вернулась к привычному сканеру. С ним проблем не было. Двойная камера. Но не основная, как сейчас это принято, а фронтальная. Это и не удивительно, ведь Samsung давно использовала двойную фронталку в своих смартфонах. Режим Live Focus неплохо размывает задний фон. Интенсивность размытия можно регулировать с помощью ползунка. Также есть функция группового селфи, чтобы все ваши друзьяшки влезли в кадр. Легко находить нужные изображения с помощью строки поиска в галерее. По мере поиска галерея анализирует ваши фотографии и предлагает соответствующие изображения, даже отображая их по категориям. У смартфонов есть защита по стандарту IP68, а это значит, что полчаса под водой на глубине 1,5 метра им не страшны. Функция Bixby Vision интегрирована в интерфейс камеры. Это возможность искать информацию о предметах, сфотографировав их. По сути, то же самое, что и Google Goggles, которая интегрирована в Assistant. Ситуация, когда нужно найти предмет в поиске, сфотографировав его, бывает не так уже и много, но штука забавная и работает. Прекрасная функция Always on Display не только делает пользование смартфоном более практичным, но и экономит процентов 5 заряда аккумулятора. На заблокированном экране видны время, календарь, заряд и уведомления. NFC – это возможность платить в магазинах и метро с помощью вашего смартфона. Просто добавьте карточки, и будет вам счастье. Но работает пока не со всеми банками. Адаптивное управление Wi-Fi на Galaxy A8 и A8+ позволяет экономить мобильный интернет-трафик и заряд батарей. Эта функция запоминает, где вы ранее подключались к Wi-Fi, и мгновенно коннектится, когда вы находитесь в зоне ее действия. Когда вы уходите, то Wi-Fi отключается, чтобы экономить заряд батареи. Ну вот, как-то так. Дайте знать в комментариях, если вы хотите, чтобы мы снимали подобные коротенькие ролики о самых важных особенностях смартфонов. Ну а дальше, кто любит танцы, тот со мной, а кто не любит, тот ставит лайк.